Ну что ж, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала, с вами Мамору, и сегодня мы играем в такую увлекательную игру, как Майнкрафт. Ностальгия. Так, во-первых, хотел бы сказать то, что у меня не записалась прошлая серия. Я не знаю толком, что, в чем проблема, но дело в том, что я записал ее где-то минут на 30, но она слетела, просто взяла и слетела. То есть у меня запись шла как бы и все. То есть обрывается запись на моменте. Потом, когда я даже этот кусок записи пытался залить на YouTube, у меня вылетел интернет и то есть удалился. Мало того, что удалился само видео, так удалился еще и видео с компьютера. То есть я его залить не смог. Получается то, что вот эта серия у меня получается будет залита как следующая. Вот. Что я сделал? Сделал я, во-первых, перерабатывающий нефтедобывающий завод, то есть стоит здесь помпа, стоит здесь, так как это называется, перерабатывающий завод, стоит один ДВСник, в котором залита нефть, вырабатывается помпа из нефтерождения, там внизу есть большое месторождение, при желании берется, ставится электротруба и, добывается нефть, перерабатывается завод. Стандартное, как сделать так, чтобы ДВСник не перегревался. Ставим просто помпу, небольшой резервуар с водой, три блока, цистерны. Потом идет, обычный генератор, стоп, ага, трабл. То есть, периодически может случиться такой вот трабл, то что у нас полностью присыхает вода. Но это баг, я скажу так, то есть 3 на 3 блока не хватает. Блин. 3 на 3 блоков не хватает и приходится. В некоторых ситуациях я делаю 4 на 4, 5 на 5. И все зависит от ситуации, как хватит и как сделать так, чтобы было лучше. То есть нефть у меня добывается, все хорошо и замечательно. Перерабатывается, да. Я запитал карьер. Сейчас покажу, как я запитал. Бежим до туда и покажу. Да, чтобы еще хотелось. Так, я увеличил плотацию гирей. Так, что сделал? Увеличил шахту внизу, там до безумного размера. А, да, забыл то, что чем я сейчас находится на мне, в принципе. Это мультиранец называется. Мультиранец, вот он. Мультиранец делается из блоков узорита, продвинутую метросхемы и обычного ранца. Обычный ранец делается из незаряженных аккумуляторов. Так, улучшенная микросхема делается там легко. А, у меня, по-моему, там даже залиться от крафта есть. Потому что она нам сегодня понадобится. Так, здесь обычный такое складилище сундуков. Здесь складируются все ресурсы, которые добываются карьером. И даже этого хранилища нам не хватит. Так, кирка что тут вообще делает, я не понимаю. Блин, не того выбросил. Вот, шанс показать снизу, что творится здесь. Так. Здесь стоит 5 помп, и добывают они воду. Вода поставляется ДВСники. ДВСники работают на нефти, они полностью заряжены бензином, топливом. То есть они не перегреваются и вырабатывают каждый по 6, то есть 5,6, 30 джоулей в тик. А и добывается по такой вот скорости. Ни много ни мало, но все же добывает практически с большой скоростью. Как практически с большой скоростью. Так, следующее. Пойдем непосредственно к крафтам. Для начала сейчас сделаю кое-что. Во-первых, я сделал стак солнечных панелей. Это было долго и муторно я шел. У меня закончилась вся медь, у меня уже ее нет вообще. То есть последнее, что я сделал, я пошел в шахту и отчаялся уже. Что я буду делать сейчас? Сейчас увидите. Так, ага, тут закончился. Это было. Ой-ой-ой-ой. А, хорошо, что не пережаритесь, потому что мне нужен трансформатор. Так, делаем вот такую вот штуку. То есть ставим. Трансформатор CH, я уже показывал, как это делается, по-моему, в этой серии. Или в предыдущей, но делаем вот таким вот образом. У нас получается medium large. Medium солнечная панель. Эта штука делается вот таким вот образом. Легко, в принципе. А провода как делаются?
Провода как делаются? Провода делаются, в принципе, легко. Золотые провода. Золотые провода делаются так. Я сделал МФЕ. Ну, в МФЕ там рецепт крафта, в принципе, простой. Там я уже показал. Покажу все-таки. Я не помню. По-моему, не показывал. МФЕ. Ну, крафт у нее простой. Все уже, все камни я уже использовал. Так, следующее. Пойдемте. Это давайте пока поставим на лопух. Вот сооружение называю лопухом. Что оно реально на него слишком похоже. Первый поставлен. Поставил я. Он вырабатывает, кстати, по-моему, 8,64 джоуля в тик. Следующее. Да. Крафты. Первое, я сделаю сейчас вот эту штуку. Она мне впоследствии будет. Не так, значит. Стоп. А вот компрессор. Эпическое сжатие. Ставим его сюда. Теперь нам нужно вот эти ресурсы. Закаленное железо, бронза и олово. Так, закаленное железо, бронза и олово. В обратном порядке, но не суть. Компрессор. Поставим это все сжиматься. Следующее. Улучшенная электросхема. Сейчас сделаем себе. Рецепт у нее, в принципе, простой. Ничего замудренного в ней нет. И получается у нас две улучшенных электросхемы. Потом, что я себе сделал? Я решил себе сделать большой джетпак. То, что маленький, с маленьким ходить мне уже вообще не камильфо, и уже достало. То есть, ну, 56 нитки. И 8, ну, 8, 16 кожи. Получается, мы делаем такую... Тем самым... Ну, вы поняли. Да. Так, теперь нам нужно... Ага, композит у нас уже переплавляется. Так, нам нужен стак. Думаю, хватит такого количества. Спрессованных размеров. Так, ставим одну. Так, спрессованные выдают ткани. И тоже надо положить их в этот. Ну, вы поняли. Делаем два механизма. Обычных механизма. Ага. Сейчас я что покажу, что я хочу делать. Я хочу сделать генератор материи. На данном уровне, конечно, его использовать вообще не вариант, но все же. Так, мультикристалл. Кристалл, он, в принципе, делается легко, да. Давайте сейчас сделаем. Нужно 6 лазурита, 1 алмаз и 8 железа. 8 ростом. Вот такие вот ресурсы, ничего удивительного. Я большое время провожу в шахте. В шахте я копаю, как ни странно, и могу... А, да, у меня там еще залежи алмазов есть. В принципе, пока у меня здесь все пережарится, я могу туда сходить и посмотреть. Так, ага, композит есть. Давай последний кусочек композита. Закину сюда углей ткани, и я покажу, что я нарыл. Угу, вот композит, все. Давайте побежим. Я покажу то, что я нарыл в этот промежуток времени. То есть прошло достаточно большое количество времени. И я все это время, практически все это время копал. Да, вот такие вот, получается, у нас шахты идут. Сейчас у нас, по-моему, да, кирка на удачу у меня уже практически сломалась. Но все же, так, вот первая заряжала маза, которую я добыть на силе, так, олово. То есть 10 алмазов. Ну, теперь понимаете, почему у меня так много алмазов. А залежи алмазов. Я их не чистил, сразу скажу вам. Потому что все это сделано... Дальше там, по-моему, нету. Все это сделано специально на серию, чтобы показать то, что большое количество алмазов падает именно мне. То есть, во-первых, кирка на удачу, во-вторых, их просто тут много. Как я уже говорил неоднократно, их тут очень много. И это играет мне на пользу. Вот. Алмазы я положу, пожалуй, сюда. Все. Дробитель дробит. Печка пережигает. Экстратор. Вот.
углеткань. Я, нет, мне еще нужна одна углеткань. Все, все. Теперь мы можем сделать генератор материи. Делаем для этого улучшенный механизм. Композит оставим. Остался. 4 светокамня. 4 светокамня. Ага. Механизмы. Кончик. И генератор материи. Энергию, материю. Чифка получена. Гигантский скорпион. И та-дам! Материя бежит. Давай, беги. Процесс, прогресс должен идти. А, нет, не должен, вру. Нужно поспать. Да, он должен идти теперь. Теперь я буду просто ждать гигантское количество времени, потому что уже рыться в шахте просто прибыли мне не несет. Процесс пошел. 3-4%. Все 64 тика. То есть все 4-64 тика. То есть джоулев тик идут целенаправленно в утилизатор. Ой. Генератор материи. Так. Теперь нам нужно сделать утилизатор. Утилизатор. Вот он. Компресс. Еще один компресс, то есть еще 6 камней. 6 булыжника нам поджать. Давайте сделаем так, чтобы было побыстрее. Древесный уголь. Умение, я да, пользуюсь этими печками. Потому что они даже очень удобные. И теперь можем сделать себе, кстати, продвинутый рюкзак. Большой рюкзак. Давайте переложим отсюда все вещи. Так, вот таким вот образом. Этот рюкзак мне служил большую службу, а теперь я буду пользоваться именно полноценно этим, потому что он гораздо уместительнее. А этот, ну, нет, я себе его сохраню. Да, кстати, вот здесь вот еще алмаз. Ну, все вещи попадали мне с монстров, которые я убивал. Так. Значит, пережарка камня, он у меня пережарка закончилась. Делаем себе механизм. Так. И делаем сейчас себе компрессор. Из компрессора делаем утилизатор. То есть три камня. Так. Три земли. Там что еще надо было? И два закаленных железа. Все, у нас есть утилизатор. Утилизатор поставим мы вот сюда вот таким вот образом. И запихиваем сюда сейчас в нет. Не вариант, кстати. Не вариант. Извиняюсь. Я вернулся. Да. Ага. Компрессор. Так. И по идее у меня там хотя бы немного должно было процентов сгенерироваться. 4%. О, материя уже есть? Блин, я просто не могу. А, да. Вот. Так, теперь, в чем прикол утилизатора? То, что закидываем это сюда, и с некоторым шансом нам выпадет утилизированная материя. А, теперь, карьера. У меня же идут большие ресурсы из карьера сюда. Поэтому я половину ресурсов буду запихивать в утилизатор. Из утилизатора я буду брать вещи и отправлять их непосредственно в... Давайте. Сюда берем стак песчаника. И запихиваем его непосредственно в утилизатор. Да. Мне личку загадились. А, блин, компрессор пытаюсь засунуть. Это, по-моему. Мне уже надо скорее сделать дом. Потому что, не знаю, мне серьезно его надо делать. Water Dragon пуляется огнем, просто логично. Умри, Шоль. Конечно. Ну вот, поняли, откуда у меня лур берется. Просто он падает. Падает в больших количествах. Что? Еще мне надо сделать. По-хорошему пора апгрейдить вот эту штуку. Хотя мне ресурсы позволяют. Не знаю. На следующей серии я, наверное, апгрейжу. Но просто вот это вот вырабатывает 64 энергии в тип. Просто из... как бы. Давайте делаем вольтметр. Вольт. Блин. Вольт. Метр.
А, в принципе, делается легко. Так, что посередине? А, микросхема. Микросхема. Провода. Так. Неужели провода... А, нет. Плов. 4 провода. И глоустоун. Глоустоун. Так, есть. Он сейчас вольтметр. Он нам пригодится. Сейчас пойдем проверим, как он работает. Давайте это выглядит. Так, для начала я хотел бы проверить. Ты же заряжаешься, да? С какой эффективностью? 11 единиц тик. Это мало. В следующей серии, наверное, я подготовлю ядерный реактор, хотя не уверен, но... Смотрите, как я и говорил, то, что 64 единицы тик. А, то есть, смотрите, он пишет то, что поглощает он 64 единицы тик, а этот пишет то, что вырабатывает 64 единицы тик. Таким образом, мы получаем уже две материи, ребят. Кто дамажит? А, осьминожек. Блин, извиняюсь. А, я снова тут. И если я ничего не напортачил, хотя я могу напортачить, то вы можете сейчас слышать музыку. А если вам понравится... Так, оп, не... Опа, нет, 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 стоп, 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 стоп. Вот к этому я не готов. Вот, серьезно, я даже... Вот, я не считаю это читерством. Просто я не готов к этому. И серьезно, я... Даже когда я был при полностью эпикировке, я был... Мог летать, я все равно не мог победить их. Вот... Делайте, что хотите, но я их не побежу. Вот в любом случае, я всегда буду теперь отключать просто мирный режим и просто их удалять с карты. Другом, потому что убить я их не могу. Тем не менее, карьер добывает, он уже неплохо так выкопал. И ресурсов у нас реально много. Что ж, на этом, в принципе, можно закончить. Я, в принципе, сказал все, что хотел сказать на эту серию. Подготовки, что у меня тут, что у меня тут. Да. У меня хотя бы 3, давай еще одну материю. И... А, вот, смотрите, как она просто идет. 61, 62, вот этот прогресс. Практически. 61. Давайте пока собираем резину. Хотя, давайте я сейчас подожду немного. В принципе. Ну, тем не менее, я терять время не буду, я буду собирать резину. А, да. Что ж, давайте я сейчас подожду и включу запись, когда у меня уже будет третья материя. Все, у меня есть 3 материи, тем не менее, я собирал немножко резины. Блин, я не знаю, почему у меня ровно стак. Это, наверное, это прикольное совпадение. Вот так вот. Что я хотел показать? Я беру и делаю таким вот образом. У нас получается олово. Таким вот образом медь. То есть, получается, из воздуха, то есть из энергии солнца, где она у нас, мы получили медь. Просто... Шедеврально. Шедевр. Из так у нас получилось 7 ультисырья. Это хорошо. И запихиваем его сюда вот. И получается, что у нас ускоряется процесс. Только у нас стака не хватило, 7 не хватило даже, чтобы нормально запитать. Ну, на этом, в принципе, все. Всем спасибо за внимание. С вами был Мамору. Всем удачи, всем пока. Не забывайте подписаться и оценить видео, если вам оно вам понравилось. Всем удачи, всем тортиков.